Привет, дорогие друзья! Меня зовут Оля Нарыжная. Сегодня я продолжаю тему волос на заколках, так называемых тресов. И я в прошлом видео обещала вам показать, как они крепятся. Итак, первый способ – это на начес. Полный набор вот таких волос, натуральных прядей на заколках, состоит из, как правило, стандартного комплекта. Самая большая прядь – это 4 заколочки. Она будет крепиться самой верхней на затылке. Следующая прядь. Она тоже из 4, но немножечко поуже. Она будет в середине у нас находиться. И самая нижняя на 3 заколочках прядь будет самая-самая вот внизу цепляться. Итак, с них и начнем. Самый нижний и начнем. Я снизу отделяю небольшую вот такую прядь. Остальные волосы закалываю зажимом. Эту прядь нижнюю я начесываю от корня, тщательно начесываю. И этот начес фиксирую лаком. Вот такая подушечка для первой пряди у нас уже готова. Осталось только прикрепить. Теперь я открываю вот эту заколочку, сами клипсы. Вот они у меня открыты, эти клипсы. И когда я заведу вот этот гребешочек под начес, я вот таким образом захлопну клипсу. Итак, сначала вот так прицепила, теперь закрываю все 3 заколочки. И теперь еще сверху этой пряди я параллельным пробором отделяю еще одну прядь и ее тоже начесываю. Таким образом, она зафиксирует следующую прядь, начес зафиксирует следующую прядь, и вот эти заколочки наши никогда не откроются, будут крепко прикрываться следующей начесанной прядью. Начесала, зафиксировала лаком и накрыла предыдущую прядь. В такой же технике продолжаю каждую следующую прядь, отделяя параллельными проборами, начесывать и прикреплять пряди. И самое главное, хорошенько начесать верхнюю прядь, чтобы самая последняя заколка, самая последняя прядь волос накладных не раскрывалась, не открывалась, чтобы заколки не открывались. Лаком и накрываю. Основная масса волос уже у меня прикреплена. Остались височные пряди. Височные пряди состоят обычно
из одной двойной пряди на двух заколочках и одиночной заколочки. И также мы вставляем, где ушко, мы вставляем одиночную, и чуть выше мы уже имеем возможность прицепить двойную вот такую прядочку. И опять же каждую прядь начесываем. Тут я могу сверху начать. Эту прядь я подготовлю, чтобы она накрывала самую верхнюю заколку. Эту прядь я подготавливаю, чтобы прицепить две заколочки. И вот эту нижнюю прядь, маленькую, такую тоненькую, начесываю для одиночной пряди. Две одиночные заколочки. Вот один из способов крепления волос на заколках я вам сегодня показала. Что потом делать с такими длинными густыми волосами, мы будем разбирать в следующих роликах. И еще один способ крепления волос на заколках я вам покажу в следующем ролике. Это способ с маленькими силиконовыми резиночками. Он очень удобен для крепление волос самой себе. Если у кого-то проблемы с начесом, не умеете делать начес или не доверяете начесу, то вариант вот с такими хвостиками, с маленькими силиконовыми резиночками вам очень подойдет. Ну, вот такие длинные волосы можно носить уже и без прически, уже сами по себе они выглядят завершенной прической. Можно их выпрямить или наоборот накрутить, или заплести косу, как я показывала в прошлом видео. Конечно, с длинными густыми волосами обращаться гораздо легче. Можно просто завязать вот такой узел, обмотать хвостик вокруг. Закрепить невидимочкой, и прическа на каждый день готова. Я надеюсь, это видео было вам полезно, но я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайк, если вам понравилось это видео, и жду вас на своей странице в Instagram. До новых встреч, пока!